Сразу после участия в форуме глава Якутии отправился в столицу республики. Однако борт, осуществлявший рейс Владивосток-Якутск с пассажирами на борту, после набора высоты вернулся в аэропорт Владивостока. Как выяснилось позже, при выполнении экипажем процедуры уборки механизации крыла система самолета заблокировала предкрылки. Они остались в выпущенном положении с соответствующим отображением на средствах индикации. Экипаж самолета, следуя установленной процедуре, принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла успешно. Разъяснение по этой ситуации дал исполнительный директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Как он отметил, самолет «Сухой Суперджет-100» является высокоавтоматизированным судном, в котором контроль показателей обеспечения безопасности полета осуществляют встроенные системы. Во время набора высоты сработала автоматика. Она предупредила о блокировке механизма уборки предкрылка. Экипаж действовал в строгом соответствии с руководством полетной эксплуатации. То есть при возникновении сообщения о такой неисправности необходимо совершить посадку. И учитывая, что ближайшим аэродромом был аэродром вылета, командир принял решение вернуться именно во Владивосток.